Общий взгляд на характер ереси IV и последующих веков. Подзаголовок. Во II и III веках по поводу различных ересей Церковь раскрыла и точнее формулировала некоторые пункты своего исконно и неизменно содержимого учения. Но для людей, желавших понимать христианское вероучение по началам разума, оставалось в нем еще много пунктов, не уясненных вполне. Открывалось таким образом широкое поле для исследований и рассуждений о богословских истинах. При этом, естественно, происходили колебания между истиною и ложью, и даже уклонение от истины. Словом, в IV и последующих веках, так же, как и в первые века, наряду с истинным пониманием христианского вероучения, появились религиозные заблуждения, ереси, содержанием которых служили нераскрытые и неуясненные еще путем науки и разума пункты вероучения. Прежде ереси появлялись и развивались по большей части в какой-нибудь одной местности и падали после непродолжительной борьбы с ними церкви. Теперь же, когда греко-римская империя сделалась государством христианским, они охватывают всю империю, разделяя ее на две половины – православную и неправославную. Имея на своей стороне значительное число приверженцев, еретики ведут упорную и продолжительную борьбу с православными. В этой борьбе принимает участие правительство, становясь нередко на сторону еретиков и доставляя им способы и средства для борьбы. Страница 138. Хотя религиозные споры оканчиваются торжеством православного учения, которое церковь определяет на соборах в строгих и точных выражениях, но еретики, не покоряясь общецерковному суду, нередко отделяются от церкви и образуют свои большие религиозные общества своеобразным вероучением. Это информация от Смирнова.